началось в колхозе утро 7 августа в 7 часов утра. Pre-trip inspection сделан, лампочку смастерил, поставил. Ну, как бы проблем быть не должно. Впереди будет весовая перед перевалом. У меня вес как бы легальный, оси легально. Ну и едем. Вперед. Новый день. Гостей Калифорнии. Будем проезжать через Лос-Анджелес. Ой, трафика не миновать. Ну, на 210-й может и не такой будет, как на 450-й. Но наверняка не обойдется. Едем. Скорость не забываем 45 вот так там. Вот тут горело, ох и горело, все дымит, еще все выгорело. Я никто, понятно, тут не тушил. Ну, как тут такую массу потушить, еще дымится там, но гореть уже нечем, все горело. Это люди. Само не загорится. Это люди. Окурки выбрасывают с окон. Ну вот и результат. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну там еще целенькая слева. А справа... А потом... Думаем, что это нам так дышать тяжело? Что это нам ничего не видно? Такая вот дымка. А вот такая вот она из-за этого всего. Безобразие. Все горело дотла. Драйвинга с половиной, доезжать 275 миль, значит, предварительно думаю, успеваю, ехал, ну, что я тут проехал, 4 с чем-то часа, остановился на полчасика, перекурил, и сейчас продолжим, буду я ехать, а куда я буду ехать, так, а буду я ехать, было такое адресок. Уже я потерял. Ну, сейчас найдем. Буду ехать на заправку и там я остановлюсь на ночевку. Мне останется доехать 15 миль до разгрузки. О, тут люди зарабатывают денег. Пластик собирают.
такой, как тут за рулем сидеть. Все, поехали. Это все еще Калифорния. 10-й фривей. Вот с утра я проехал пятерку, закончил. На 210-й фривей. Прошел его и повернул на десятку. И по ней я буду ехать до самой выгрузки. Ну и, собственно, и все. Показывать тут нечего. Все вы видели, все вы знаете. Мы уже по этой дороге проезжали. Движемся. До заправки и остановки на ночлег у меня 3 часа 46 минут. Вперед.
веселее будет, побыстрее. А то тут утомился по правилам ездить. $3. В Калифорнии 4.15. Вот это вот нормальные люди. Что они творят? Кто к ним будет заезжать? Вообще бред. 4.15 на Тее. Нет слов. До завтрашнего утра. Завтра в 10 утра разгрузиться. Надеюсь, успею. И спид-лимит человеческий 75. Немножко отличается от 55 калифорнийского. Можно подумать, при 55 меньше убиваются, чем при 75. При 25 можно убиться. Едем. Вот какое тут возят прицепы. Так, осталась фигня до разгрузки. 66 миль. А до паркинга 51 миля. Ну ладно. Доедем, встанем, заправимся, позвоним диспетчеру, узнаем, может, сегодня разгрузят, а может быть и нет. Ну как-то так. Нелегкая эта работа. Из болота тянуть бегемота. Тянем. Бегемот 53 фута длиной. Нагружен не очень. Где-то тон 15, наверное. Не больше. А может 17. Ну, не важно. Вперед, Вали! Это кошмар. Блин, пока сходил тут рядом он 20 метров рест-рум и вернулся обратно, чуть тепловой удар не получил. Правда, похолодало 113 градусов, но это не очень радует. Ой-ой-ой, как же ночевать? Придется движок вообще не выключать, похоже на то. Фух, поехали, Валик. Ну, покатили. Впереди 50 миль.
сейчас допьем и спать. А пристегиваться кто будет? Температура за бортом 120 градусов. Так, 121, 120, 49 градусов по Цельсию. Ребята, кто хочет погреться, кому холодно, welcome to Arizona. Все, ребята, на сегодня день закончен. Осталось доехать. Что-то она так рисует, непонятно. В общем, там 15 миль. Ехал я сегодня 8 часов 36 минут. За это время я проехал. Сейчас понятно. Сколько я проехал? 511 миль. Ну и все. Поедем завтра. А сейчас что-то надо топку кинуть и отдыхать. Это Truckstop TA. Тут уже скоро и мест не будет. Ух. 10-й фривей. Спасибо всем, кто посмотрел. Кто пробыл тут со мной целый день. Я мало снимал, правда. Ну, а что тут снимать? Дорога как дорога. Всем bye.